Все начинается с шепота, с клятвы, с легкого бриза, уносящего предсмертные крики 300 павших. Бриз стал ветром. Жертвенным ветром, братья. Ветром свободы. Ветром справедливости. Ветром отмщения. В силах остановить шествие моей армии. Я брошу на греков весь свой флот. С ним придут смерть и разруха. Да, придут. Отпечатки были повсюду на месте преступления. Но дело так и не завели. Так заведите. Мы убедим психиатра признать ее опасной. Найдем лучшего специалиста. Доктор Гласс, это Кэтрин Тремел. Прямо здесь этим займемся. Кинокомпания Интермедиа. Вы писательница, о чем пишете? О сексуальности. Об агрессии. Об основных инстинктах. Здесь запрещено курить. Знаете, что мне вас нравится? Вы любите подчинять, как и я. Вам не сбить меня с толку? Пока не сбить. Располагайтесь, пожалуйста. Майкл, она тебя соблазняет. Вы убили его? Если я скажу нет, вы поверите? Все это ложь. Даже правда в ее устах ложь. Чего вы хотите? Хочу вас с первого взгляда. И вы меня хотите. Как это будет, доктор? Поведение мисс Трамел определяется термином «жажда риска». Боюсь, что ее остановит только смерть. Судья выпустил ее на свободу. Я так и знал. Теперь она опять сделает это. Зачем вы здесь? Что вы там говорили про жажду риска? Риск вас возбуждает. Вызовите скорую! Не играйте со мной. Отчего она умерла? Шэрон Стоун. Дэвид Морриси. Шарлотта Рэмпли и Дэвид Юлис в фильме «Основной инстинкт 2». Мне нужна сигарета. В каждой школе есть девушка, с которой хотят дружить все девчонки. Мы с тобой вместе? Очень смешно. Ты всегда делаешь то, что велит Дженнифер. Просто мне нравится то же, что и ей. И каждый парень. Привет, Дженнифер. Отлично выглядишь. Готов ради нее на все. Приходи ко мне вечером. Ну ты даешь. Это же не твой дом, а?
Поиграем в папу и маму. Твою мать! 17 сентября. Мои подруги всегда здесь спят, когда остаются на ночь. Дженнифер зло. Я в курсе. Нет, в прямом смысле. А не потому, что сучка смазливая. Меган Фокс. Кстати, Чип-то очень даже миленький стал. Интересно, какой он на вкус? Ты всегда была прямой подругой. Ты можешь получить любого. Зачем тебе Чип? Аманда Сифрин. Ты убиваешь людей. Нет, я убиваю только парней. Боишься? Ты же только парней убиваешь. Считай, что я би. Тело Дженнифер. Я тебя прикончу, если захочу. О, да. Ты даже экзамен по физре прикончить не можешь. Is this the real life? Выпусти меня отсюда, Кросс! Выпусти меня! Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. Я хочу собрать спецотряд из опаснейших людей планеты. Они же злодеи. Худшие из худших. Откройте ворота! Это что, отбор в группу поддержки? Привет, мальчики! Дэдшот, он стреляет в людей. А это крокодил, он людей ест. Этот сжигает. Ты проклятый ведьмой. А это вообще чокнутая. Даже так? Всех убить и сбежать? Простите. Эти голоса. Да шучу я. Они совсем не то сказали. Значит так. Вы отправляетесь в очень плохое место. Чтобы умереть смертью храбрых. Пошли мир спасать. Не терпится показать тебе свои игрушки. Повеселимся. Серьезно? Люди, да что с вами такое? Мы злодеи. Так и живем. Эта история больше, чем легенда. Я знаю это, ибо я видел все сам. Ее красота была столь беспощадна, что опустошила земли королевства. Ее душа была столь чиста и прекрасна, что вселяла в нас храбрость. Отыщи Белоснежку и принеси мне ее сердце. А если я откажусь? Охотник! Ты выполнишь мой приказ. И теперь, когда померк свет и тьма окутала землю, я буду сражаться бок о бок с самой прекрасной и отважной девушкой в мире. Лишь одна будет править. Белоснежка и охотник. Зеркало, зеркало, молви мне скорей, кто здесь краше всех, кто милей? В кинотеатрах с 31 мая. Всем оставаться на своих местах. Ты, не двигайся. Где-то в богом забытой глуши.
Не высовываться, ты понял? Не высовываться! Конечно. Парочка самых отпетых преступников захватила заложников. Что это? Удар. Я задам лишь один вопрос. Все, что мне нужно услышать, это да или нет. Ты хочешь этого? Да. Что ж, ребята, за дело. Одна ночь отделяет их от свободы. Вот это по мне. Эта ночь запомнится им надолго. Надолго. У нас неприятности. Целая стая вампиров пытается сюда попасть и полакомиться нашей кровью. Чтобы остаться в живых, они должны обороняться. Кайтл, Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Джулиет Льюис. Добро пожаловать в рабство. Спасибо. Я уже был женат. От заката до рассвета. Босли! Вот и мои ангелы! Стоять. Имело место 2.11, да еще 3.50. Подпольное ранчо шиншилл. Но смешно. Прости, я просто как-то. Я жутко возбудилась. Всегда так завожусь на этой штуковине. Думала, сбежишь. Сюрприз. Нога-то западаешь. Значит, этот парень просто жуткий гад. Желающих отдать за тебя жизнь всегда было предостаточно. Ты и твои подруги испытают боли. Здравствуй, Чарли. Мэдисон, это ты? У меня судьба иная. Я уже не подчиняюсь приказам из громкоговорителя. Я сама себе шеф. Ну, твой шеф и отстой. Ты готова уже? А ты? Вы милые, но сумасшедшие. Я Алекс Манди, ваш личный спасатель. У них 50 мужчин. Я им сочувствую. Нам пригодится помощь Босли. Будут гонки? Причальный сектор. Бэдди О'Мелли? Ты что, не слыхал про черных орлан? Про черных. Кто изобрел? Мак, Рип, Лаки Чарм, Шемрок Шейк? Да трудно, задница полна песку. Ангелы Чарли, только вперед. Где правят волшебство и суеверие. Там обитает злая колдунья. Жили два брата по фамилии Гримм. Больше она ваш город мучить не будет. Они были храбрецами. Получай! Они были беспощадными воинами. Вот ваши деньги, спасибо, братья Гримм. Колдунья убита! Они были мошенниками. Опускай! Ты что, смерти нашей хочешь? Черт, староватый для таких развлечений. В их лице город, на который пало проклятие. В соседней деревне пропали уже 10 девочек. Люди всегда знали, что этот лес заколдован, но он никогда нас не обижал. Обрел свою единственную надежду. Мы пришли, чтобы освободить вашу землю от колдовских чар. Это знаменитости? Верно, малыш. Мы знаменитые братья Гримм. Какой у тебя симпатичный сынок. Этот сынок моя дочь.
И из него выйдет прекрасная жена. Нам нужен провожатый, который хорошо знает этот лес. Два человека, промышлявшие обманом. Я знаю, бабушка-лягушка покажет нам путь в обмен на поцелуй. О, нет, ну так нельзя. Увидят. Там впереди кто-то есть! Какой необычной бывает жизнь. Деревьям не верьте. От режиссера Терри Гиллиама. Человека без паники! О! Мэтт Дэймон. Мы не можем сражаться со всем лесом. Но почему? Как ты не понимаешь? Тебя же саму едва не съело то дерево! Дерево! Хит Леджер. Королева украла девочек, чтобы забрать их молодость. Ей нужна еще одна! Моника Белуччи. Мы найдем твоих сестер. У этой истории будет счастливый конец. Этой осенью узнаете героев, о которых сложены легенды. Братья Гримм. Я понимаю, ты из тех жаб, кому нравятся подобные штучки. Я постараюсь понежнее. Вся жизнь, которую вы знаете, все, к чему вы привыкли, все это скоро закончится. Представь мир вечной тьмы, где машины контролируют судьбу человечества. Представь, что только ты можешь остановить ее. Но до этого должно случиться что-то страшное. Этого не может быть. Джон Коннор был здесь. Где он? Ты хочешь убить меня? Нет, я здесь, чтобы защитить тебя. О, Господи, она уже здесь. Это Ти-Экс. Ты знаешь, как можно ее уничтожить? Маловероятно. Идеальная конструкция. Система повреждена. Машины. Они восстают. Судный день. Конец света. Он настанет через 3 часа. Отойди от меня немедленно. Что у тебя за миссия? Обеспечить выживание Джона Коннора. Ты вот-вот ее провалишь. Ты же не хочешь этого делать. Ты же не хочешь этого. Не хочешь. Дизайн доработан. Я машина. Терминатор 3. Бунт машин. Скоро на экранах. Пригнись! Пошел, пошел! Нам конец! А это что такое? Что бы там ни находилось, 2000 лет оно было надежно спрятано под землей. Это не гробница, а тюрьма. Ник! Согласно иероглифам, Аманет предстояло взойти на престол. Но жажда власти привела будущую царицу Египта на темную сторону. Дабы защитить мир, ее погребли навеки. Из-за вашего вторжения мумия пробудилась. Ты жив, потому что избран. Избран? Но кем? Злом, мистер Мортон. Абсолютным злом.
Дочь фараона обладала сверхъестественной силой. Чтобы вернуть ее, она использует тебя. О, боже. Аманет не остановится, пока не сделает этот мир своим. Дженни, не сдавайся. Я боюсь. Мы выберемся. Не бросай меня. Тебе не убежать. Дженни! И не скрыться. Подчинись ей. «Мумия». Смотрите в кинотеатрах с 8 июня.